к нам приехала наша девочка Реборн. Давайте вместе с Алисой ее откроем. Девочка к нам приехала из Липецкой области. Ну что, Лисинка, открываем. Да, открываем эту этикетку. Она нам совсем не нужна. Ой. Отрываем. Ой, сейчас. Тебе помощь нужна? Нет. Как назовем нашу девочку Реборн? Алиса, мы сейчас посмотрим на нашу Алису, красавицу маленькую. Она похожа на меня? Должна быть похожа на тебя. Ребята, вот я открыла коробку. Ну что, открываем. Вау! Тихонько, она испугается. Как красиво упаковано. Твоя девочка. Написано. Твоя девочка. Давай. Тихонечко, Лисюня. Очень тихонечко, как красиво все упаковали нам. Обалденно. А это сюрпризики, подарочки. Конфетка. Конфетка, она точно у нас как конфетка. Она как большая конфетка. Да. Ну давай открывать. Подожди, ты там стихотворение же было написано. Что за розовые щечки, просто загляденье. Родилась у мамы дочка, всем на восхищение. От души вас поздравляем, море радостных хлопот вам, малышка, без сомнений, много счастья принесет. Да? Держи ножницы. Поэтому надо сначала. Она в пеленочке, Алиса? Да. Ребята, я вот Алиса, аккуратненько. Открываем нашу девочку. Это? Так, на голове у нее памперсы. Тихонечко снимаем. Тихонечко. Вот она, наша крошка. Алиса, она как живая. И волосики такие мягонькие. Вот она, наша Алисонька. Маленькая. Ой, какая красавица. А зачем ты ее раздеть хочешь? Все посмотреть хочешь? Да. Ну давай разденем нашу девочку. Спасибо. Она даже не тяжелая. Легонькая? К нам еще пришел аватарчик, но он такой достаточно тяжелый мальчик у нас, потому что силиконовый. А эта девочка такая легонькая, да, Лисюня? Легонькая. Ну, судя по тому, что у нее такие волосики длинные, ей, наверное, уже полгодика, да? Да, полгодика. Да, наверное, ей месяцев 6. Давай посмотрим подарки. А давай оденем ее вот это. Так, Алиса уже подготовила боди для своей крошки. Этот боди мы покупали, но он немножко большой, мне кажется, будет. Вот как давай ты думаешь? Оденем. Вот такой боди зайку. Вау! Там же пеленка еще. Что это такое? И бутылочка. Класс. Памперсы. Сосок. Целая куча сосок. Памперсы. Еще памперсы набор. Это что за фирма? Какая-то на пиклот. Мы такой не видели. И браслетик. И браслетик на ручку для нашей крошечки. Вот так. Вот так. Ты мама Лыска. Сейчас будем переодеваться. Сейчас мы тебя оденем, давай боди. Да. Ребята, в комплекте с нашей девочкой нам выслали сосочки, очень красивые, они магнитные. Розовая сосочка. Вот такая соска. Вау, какая красивая. Такая. И все магнитные, да? Да, они все магнитные. Такая. Здорово. И такая. Тебе какая больше всего понравилась? Такая. Розовенькая, да? Угу. Красиво. Что это такое? Это резинки. Набор резинок? Ничего себе. Как лолипап. Лолипап, это резинки. Вау, сколько резиночек. Ой! И все для нашей девочки, да? Будем ей прически делать. Но все складывай назад. Да, аккуратненько. Какая красивая упаковка резиночек. Вот такую шапочку нам положили в наборчик с нашей девочкой. Очень красивая шапочка. Мама, она у нас как невеста в этой шапочке. Дошку.
так. А вот это Алиса Боди. Давай откроем Боди. Давай откроем Боди. Ты уже кормишь? Вот такой Боди, очень красивый Боди с мишкой на 56 сантиметров. Ну, мама, нормально. Давай. У нас девочка 50 и 52. Ну, я думаю, что 56, это, наверное, самый маленький размер. Очень красиво, белоснежный Боди с мишкой. Здесь у мишки написано «Бэйби». Здорово. Что случилось, доченька? Ноги устали, фон, где-то. Устали ноги? Ребята, смотрите, что еще есть. Вау, это что такое? Это свидетельство о рождении, да, Лисюнечка? 28 ноября она у тебя родилась. 2 килограмма, 50 сантиметров. Свидетельство о рождении чудесной малышки. Давай откроем. Ой, ну постой, ну мы сами сюда можем все написать, да? Все, что нам нужно. Так, а еще что здесь есть? Барни-мишка. Барни-мишка, да. Это тоже тебе в подарок? Барни-мишка? Здорово. Так, открыточка с пожеланиями и ручная работа Валерия. Контакты. Алисе почта Деда Мороза, от Деда Мороза. Алисе прислали Барни, это маленькие кексики. Это еще не все, ребят, нам еще прислали вот такую бутылочку для нашей красавицы. Сейчас я ее открою, смотрите, вот, какая она маленькая-маленькая. Вот. Погремушечки, да? А бантик это что такое, бантик? Там вот такой овощ. А, бантик у нас, к сожалению, не доехал. Бантик сломался. Да. Бантик этот, наверное, был где-то на упаковке, да? Да. Я вот не помню, просто он так лежал там сбоку. Открываем вот это. Там все открываем. Ну что, оденем нашу девочку? Да. В это Боди? Да. С мишкой, да? Да. Расчесываем нашу девочку. Аккуратненько, доченька. Давай, аккуратненько. Похожа на тебя? Да. Да, похожа. Ребята, как вы думаете, похожа наша девочка Реборн на Алису? Знаете, когда я была маленькая, вот такие малыши были. Да. Мне кажется, что похожа. Нам надо еще дополнительные колготки купить и ботинки. Мы все ей купим. И колготки, и ботинки, и штанишки. Мы все ей купим, чтобы ей было тепло. Еще мы хотим вам показать нашего мальчика Реборна. Но сильно мы его показывать не будем. Совсем чуть-чуть. Да. Потому что такие игрушки показывать нельзя. Кто-то может посчитать его страшненьким. Но мы его любим. Да, Лися? Наша девочка уснула. Спать хочет маленькая. Мы ей купили кроватку. Она у нас будет в этой кроватке спать. Это наш мальчик-аватарчик. Он тоже спит маленький, он у нас спит в колясочке. Надеюсь, что это видео у нас не удалят. Да. Из-за нашего мальчика-аватарчика. Он у вас силиконовый. Он силиконовый, да, система это Реборн. Писит. Он Реборн. Писит у нас умеет. Реборн у нас. Да. Реборн. У него не на магните соска. Да. Не на магните, а тут на магните. Наша девочка уже проснулась. Да, не хочет спать. Не хочет спать, Алиса говорит. Так, ну что ты хотела еще показать? Да. Новую плиту и новую стиральную машинку. Они работают. Не работает, что ли? Должна работать, Алиса. Вчера работала, все. Все работает, ты не до конца нажала. Мы не постираем. Ну давай что-нибудь постираем, маленькое. Попробуем постирать коврик Барби. Закрываем. Хорошо закрыла? Да. Вот она как у нас работает быстро. О! Ну что, все постирали, а плиту будете показывать? Да, давай покажу тут. Давай, что у тебя там такое? Алиса даже засыпала настоящий порошок. Отлично, все чистое, идеально. Ребята, вот это плита. Можно курицу пожарить, да?
Это ты все будешь для своих малышей готовить, стирать, убирать, да, Лисюнечка? Ой, он накакал. Кто накакал? Ну все, тогда давай прощаться и будем менять памперс. Да, всем пока, ребята. Огромное спасибо нашему мастеру за такую красавицу. Она именно такая, как мы и хотели. Блондиночка наша. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Она ничего не хочет. Она хочет, чтобы ей поменяли памперс, да?